Итак, ребята, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем играть Homefront Revolution, и в предыдущей серии мы устранили одного из офицеров поддержки, или как они там называются, который хотел собрать компромат на нашего кореша. Что я делаю вообще? Я вот сюда ходил, да. Да, найти и убить Сандерленда, не привлекая внимания. Вот, мы это сделали в небольшом парке, который они озеленяют. И сейчас нам нужно вернуться и доложить об этом. Граждане Филадельфии, пожалуйста, так. Мирно разойдитесь по домам. Заплутал тут немного в домах, но ничего страшного. Давайте сделаем это вместе. Эти уже вовсю прям напрашиваются. А шансы у нас буянят, рут. Покиньте улицы. Повторяю, покиньте улицы. Это приказ Каина. Мы внедрили тебя сюда, а ты упустил данные по Океру. Слушай, ты... Кто-то идет. Блин, надо было послушать. Ну ладно. А черт, Брэдди. Извини, ты молодец. Кроуфорд хочет кое-чем поделиться. Так ведь? Да, конечно. Мы знаем, что найти Голиафа не так сложно. Проблема в том, что нам нужен выключенный Голиаф, которого можно украсть. Я искал в мастерских и на складах, но эта информация сильно засекречена. А потом меня перевели в департамент логистики. Нам нужно обратить пристальное внимание на ввоз и вывоз сырья и оборудования. Особенно, если это касается поставок военной техники. Эй, ты теперь почтальон? Очень смешно. Ладно, я просто пошутил. Продолжай. Я узнал о новой поставке Голиафов. Эй, неплохо, очень неплохо. Через пару дней на старую верфь прибудет целый конвой. Можно сказать, в заводской упаковке. Так и ждут, чтобы их свистнули. Нужно только пробраться на эту верфь. Значит, вам снова потребуется моя помощь. Все списки работников хранятся в полицейском участке. Если вы мне поможете, я мог бы сделать копии двух удостоверений личности. Вы с Брэдди прикинетесь рабочими и просто войдете внутрь. Отлично. Молодец, Крофорд. Брэдди, иди к участку, а я понаблюдаю за верфью. Мы не берем оружие, я хочу все предусмотреть заранее. Удачи. А, это тонкий намер, типа, что мне нужно... А, покинуть квартиру, потрясающее задание. Окей, идем. Узнать, где находится список, было просто, но заполучить его будет труднее. Полицейский участок в этой зоне находится под усиленной охраной. КНА не расслабляется, даже когда вокруг одни коллаборационисты. Если мы хотим попасть внутрь, нам понадобится поддержка гражданского населения. Ты что-то ищешь? Ага, опять нам нужно по сердцам и умам достичь определенного уровня. Внимание, покиньте. Ох, внимание. Ну, давайте пытаться, что делать еще. Не думал, что доживу до этого. Так. Так, так, так. Идем сюда. Граждане Филадельфии, прекратите асоциальные действия и разойдитесь по домам. Так, о, мы снова в этой озеленяемой зоне. Опа. А, ты офицера убила. Внимание, граждане. Подстрекательство к мятежу является серьезным преступлением. Агитаторы будут арестованы. Брэдди, это проблема? Нам докладывают, что КНА заняла тоннель, соединяющий Эшгейт с Холлоуэем. Он хорошо охраняется, но если ты освободишь его, нам будет проще попасть в зону. Внимание! Нападение... ...будут пресекаться огнем на поражение. Покиньте улицы. Угу. Ну, я планирую начать с этого места. Только как мне сюда попасть? Все, здесь может быть? Нет.
Граждане, застигнутые за порчи общественной собственности, будут немедленно арестованы. О, отлично, вот оно. Так, смс-ка. Прежде всего, нам нужно заботиться о жителях Филадельфии. Запомни это, Брэд. Повстанцы придут за нами. Так, и что это значит? Уёбище! Это просто дурдом. Порчи общественной собственности и асоциальное поведение будут наказываться. В этой зоне действуют меры первого уровня пресечения враждебности. Не рискуйте тюремным сроком и лишением своей семьи талонов на питание. И... что дальше? Все без исключения подстрекатели будут арестованы. Если желаете избежать задержания, разойдитесь по домам. Бля! Упал назад случайно. Внимание! Агрессия в отношении миротворцев карается смертью. Ой-ой-ой-ой-ой, я перепутал! В отношении миротворцев карается смертью. Блять. Вот это нужно. Оставайтесь на своих местах. В зоне угрожает серьезный инцидент. Миротворцам может понадобиться ваша помощь. Да нет, не надо. Я просто перепутал. Уведите отсюда людей! Бомбу! Чопни ханде, сыкчан фризан, пуйзинасмина! Так, все, потихонечку начинаем двигаться. Наверх, 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 наверх. Они у нас идут по пятам, но окей, мы их игнорируем. Блин. На, ну вот здесь я не мог пройти. Даже вода у них есть, судя по всему. Неплохо сделал такие трупы. Ну, тьфу, трупы. Трубы. На нас напали повстанцы! Повстанцы на вас напали, да? Странно это дело, короче. Куда спускаться-то? Граждане, наносящие вред общественному имуществу. Повернись, руки за спину. Дай твою мать, свали, блин, встала тут. Внимание, граждане! Антисоциальное поведение недопустимо. Вернитесь в свои дома. Да свали ты, а! Ну капец, опять все по-новому. Держать! Это поможет нам вербовать сторонника! Что поможет вербовать? Что в меня все стреляют просто так? Ну, так себе это поможет вербовать, если меня убьют. Блин, как спуститься вниз? Это что за фигня? Ну, сюда, сюда. Здрасте. Попалась. Мда. Это оказалось проще, чем казалось. Молодец, Брэди. Теперь у нас есть прямой доступ в Эшгейт. Мы можем прямо сейчас начать отправлять туда людей и припасы для гражданских. Ну, это славно. Филе Альфа, всем отрядам. Перри считает, что он что-то раскопал. Внимание. Но нужно больше массовый данных о Дворце Независимости. Разведгруппам нужно сделать внимание фотографии здания, входов, уязвимых мест, постов патрулей, автоматизированных средств защиты и всего, что может обеспечить нам преимущество. Поняла. Ясно, займёмся. Вот сюда. Вот так, да.
Это зона нулевой терпимости. Уровень преступной деятельности будет караться незамедлительно. Совсем немного осталось, я думаю, мы сейчас захватим эту точку, и нам хватит вообще с лихвой. Не испытывай мое терпение. Порча государственного имущества карается арестом. Сообщайте о любой криминальной активности ближайшему миротворцу. $5. Молодец! Каждый такой... Блин, дрон за нами следует, зараза. Так, все, отвязался. Внимание всем гражданам. Просим разойтись по домам, соблюдая спокойствие. Заткнись. Разгуливал тут с вашим видом. Сделаем эргейт. Журналист, сообщавший о зверствах КНА, жил в здании неподалеку. Попробуй найти его квартиру. Там может находиться важная информация. Оставайтесь на своих местах и будьте готовы помочь миротворцам. Я вот думаю, как зайти туда. Так, в этом подожди. Районе произошло нарушение правопорядка. Оставайтесь на своих местах и будьте готовы помочь миротворцам в их расследовании. Агрессия по отношению к миротворцам и последникам. Я ухожу. Караемые немедленным лишением талонов на пайки и возможной отправкой в исправительный центр Северной Филадельфии. Так, как мне вот туда попасть? Давай осторожней! Да я тебя даже не тронул. Так что внимание не всем гражданам. Просим разойтись по домам, соблюдая спокойствие. Прости. Надоела ты мне уже штука. Что опять? Беги, беги! Оставайтесь. Боже, назад, назад! Произошел серьезный инцидент. Миротворцам может понадобиться ваша помощь. Бегом, бегом! Бежим отсюда! Да что же делать-то? Блин, тут еще и солдаты эти ходят. Стрельба! Осторожней, осторожней! Вот мне сюда не попасть. Блин, а. Сохраняйте спокойствие. Боже, назад, назад! Произошел инцидент. Скоро прибудут миротворцы для дальнейшего расследования. Так, ну черт! Может через этот, через ту сторону получится. О, черт, бегите! Так, вот так. Да, тихо, блядь. Помогите мне! Внимание, граждане! По мятежникам будет открыт огонь. О, немедленно разойдитесь. Чё тебе убить, да? Чё ты убить? Ты убить, там ещё! Чё ты убить? Блин, где ещё один? Чё ты убить? Не убить! Зараза. Так, ну всё под контролем, благо. В зоне была замечена террористическая активность. Сохраняйте спокойствие и помогайте следственным группам. Так, собираем. О, давно такого хорошего улова не было. Что у нас тут есть еще? Все. Марша. Дорогая Марша, когда северокорейцы 4 года назад прибыли в Сан-Франциско, у каждого был выбор. Мы могли продолжить жить под руководством никчемно коррумпированных политиков и влачить нищенское существование до конца своих дней, или могли бы принять принятую руку Пхеньяна и снова встать на ноги. Для меня выбор был очевиден. Их технология, капитал и национальная воля помогли бы добиться огромного успеха. Мы уже пользуемся технологиями Арикс во всех аспектах повседневной жизни. Так почему же мы отвергаем их миротворцев, если они больше всего нам нужны? Я не верю, что это совпадение, ведь на обоих наших флагах есть звезды и полосы. Вот это бред, конечно. И они окрашены в красный, белый и синий цвета. Они нация, которой мы могли бы стать. Ой,
Да. Я стал офицером-посредником, потому что я верил в это, и я был вознагражден за свою веру. Тебе следует помнить, когда ты плюешь в меня и называешь меня предателем, то в первую очередь я патриот. Несмотря на все, что я был несмотря на то, что я был рад тебя видеть, ты прекрасно выглядишь. Марк. Так, глоточек воды. То есть какая-то баба киданула мужика за это. Как дела? Собранная журналистом информация о КНА оказалась более чем тревожной. Даже жалко следующего. Я отправляю команду, чтобы продолжить анализ данных. Пока что мы можем дать только поверхностную оценку. Отличная работа. Ну. Ты это сделал! Люди просто в ярости! Все, что осталось сделать, подать сигнал, и КНА встретится с гораздо большим сопротивлением. Отлично! Послушайте меня. У нас есть мозг Голиафа. Сейзер думает, что сможет его взломать. Мы занимаемся Голиафом, но нам нужна полная информация о Дворце Независимости и его окрестностях. Я не хочу, чтобы в нашем плане остались белые пятна. Мы делаем это ради Окера, ради Неда и ради всех наших братьев и сестер, павших в борьбе за независимость. Мы отправимся туда, и пусть они гордятся нами. Хорошо. Еще бы. Берегитесь, чуть-чуть. Мы все сделаем, Пэриш. Так, ага, все, они закончили составлять свои эпические планы. Дайте мне следующее задание. Куда двигаться-то? С помощью рации в убежище дайте сигнал к началу восстания против КНА. Кец. Да я просто мимо пробегал, твою мать. Дерьмо. Не только бронежилет купил, вы уже по мне шмаляете. Нормально, а? Доложите! Уровень преступности высок. Просьба сохранять спокойствие. В зоне замечена террористическая активность. Все, все, нет у меня больше. Ушел я, спрятался. Можно побыстрее. Оставь меня в покое. Вот нам сюда, и да. И так день не задался. Давай, Брэди, начинай передачу. Поехали. Предателям, что их ждет за работу на врага? Пришло время вернуть людям Эшгейт. Ну и что мы для этого делать будем, ребят? Ну вот, Брэди, ты это сделал. Местные жители сражаются с КНА и сеют хаос на улицах. Я слышал, что большая толпа направляется в сторону полицейского участка. Отправляйся туда и посмотри, нельзя ли этим воспользоваться. Иди к полицейскому участку и достань список. КНА слишком занята борьбой с беспорядками. Это твой шанс попасть внутрь. Понятно. Так, ну сейчас я буду копить уже на улучшение оружия, потому что все остальное у меня уже есть. Вот. Ну, давайте вот здесь вот это все скупим. Так, отлично, всякого накупили. Ставим вот это на горячую клавишу. Взломала мозг Голиафа.
Мне удалось преобразовать его код и создать свою операционную систему. Я уверена, что если мы вставим его в Голиафа, то сможем им управлять. Господи, мне не терпится это проверить. Надеюсь, поиски Голиафа идут успешно. Давай, до связи. Ну, молодец, ладно. Еще полгода назад. Нас хватит. Все по КНА! Свобода! Свобода! Все, не нарадуются. Так тут красиво было, а вот бардак устроили. Как дела? Думаешь, они уже ждут нас? Валите домой! Вот это да. Домой! Вот это да. Экшен. Просто экшен. Это должно быть. Полицейский участок – главный оплот КНА в Эшгейте. Там должен храниться список работников. Они тщательно проверяют всех рабочих перед тем, как разрешить им доступ на верфь. Нет, не зачтут мне этот полицейский участок. Тихо-тихо. Ой, я опять слышу это. Не-не-не-не-нет. Так, ну вроде все хорошо. О, неужели мне зачли это задание? Охренеть. Давай, иди сюда. Вот так вот. Вот ты дурень, меня через сеточку это не увидел. Внимание всем гражданам. Просим разойтись по домам, соблюдая спокойствие. Так, это хер какой-то вообще большой. А, все, это было так легко. Так, нам надо вниз спуститься. Ого, вот это игрушки у вас. Вот это я понимаю. Вот так вот. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Никого. Опять бомбу, они говорят. На тебе, собирай, не лежал. Так, нет, нет, нет! Так, это, конечно, все очень хорошо. А чё медведь не взрывается? Блин, убери это. Ну? Как взорвать-то тебя? Хрен его знает вообще, короче. Все подряд нажимаю. Пусть так, так быстрее. Так, надо подлечиться. Здоровья крайне мало. Все, и идем разносить участок. Нарушение общественного порядка будут наказаны. Подстрекатели будут арестованы. Успели. Брэди, ты
справился. Список у Кроуфорда, и он делает нам документы. Я провел разведку на верфи. Кроуфорд не обманул, там наверняка есть Голиаф. Я отправляюсь в убежище и договорюсь с Хезер. Приходи туда, как будешь готов. Окей. Так, что-то еще что-то можно повзрывать. Стреляют на помощь. Я по делу стреляю, не с ци. Что дальше-то не проедешь? Вот все. Так, надо переждать немного. И... отлично, выходим. Так, что у нас вообще там по заданиям? Встретиться с Перришем в убежище. Как же меня все это достало. Верните детей! Чучки! Борис, за то, что же? Чучки вон! Долбит вообще вот абсолютно просто непонятно, что машины, стены, пофиг вообще что. Лишь бы бить. Прям Халк бить, Халк ломать. Буду сражаться. Этот план безумный или охрененный? Безумней не бывает, но он сработает. Мне б твою уверенность. Верь же. Мне-то расскажет, что у вас там. Брэдди, документы готовы. Кроуфорд устроил доставку нашего оружия на верфь. Говорит, его парень подготовит там тайник. А он надежен? Кроуфорд или парень? Оба. Думаю, скоро узнаем. Итак, все сделано, Брэдди. Когда будешь готов, дай мне знать. Угу. Ну, я уже готов. Я одно задание только еще возьму с доски. Брэдди, разберись со своими делами. Пришло время заняться Голиафом. Идем. А то опоздаем на поезд. Когда ты вставишь мозг, программа уже будет работать. Теперь иди и раздобудь Голиаф. Угу, окей. Еще один день на мели. Мы хоть сыты? Пока да. Только у нас и дня без несчастного случая не проходит. Вот пропуск. Иди в толпу. Веди себя, как эти бедные засранцы. Вижу, у нас новые лица. А что с Эшем и британцем? Куда пошлю, туда идем. Есть работа и ладно. Ее тут полно. Главное осторожность, иначе охрана замочит. Много там охраны? Они за нами сомнят. Место тут большое. Правда, халявить я бы не стал, если ты об этом думаешь. Есть же план выработки. Надеюсь, Кроуфорд знал, что делает, когда делал пропуска. Я пойду первым. Услышишь тревогу, не жди. Сразу убегай. Угу. Было бы куда. Должен признать, он придумал неплохой план. Верфь хорошо охраняется снаружи, а всех рабочих тщательно проверяют. Они не ожидают нападения изнутри. А когда они поймут, что мы делаем, в нашем распоряжении будет вся огневая мощь Голиафа. Хезер боится, что мозг не будет работать, но я верю в ее талант. Она нас еще не подводила. Давай, двигай. Ладно, начали.
Документы. Так. Эш, посмотрим. Второй пост погрузка. Надеюсь, ты в хорошей форме. Пошел. Хотел убежать. Инглиш, написано второй пост погрузка. Иди. Фух. Все удалось. Когда же кончится эта смена? У меня голова раскалывается после вчерашнего. Что с ними сделали? Я понял. Вот за эти мы впечатляли, да. За КПП их, наверное, полно. Если вставить в одного из них мозг, жизнь наладится. Это же дети, вашу мать. Встреться со связным и забери снаряжение. Я придумал, как убрать людей, чтобы не было случайных жертв. Удачи. Окей. Давайте до ближайшего сохранения. Тут дроны летают. У нас ни аптечек, ничего нету. Он вообще пусто. Рабочие группы с отель по Оскар закончили текущую работу. Отмойки... Ты же Брэди, да? Слушай, я принес снаряжение, как сказал Кроуфорд. Я спрятал его в рабочей зоне А. Но есть проблема. Чучки ограничили доступ к этой части района. Когда я это понял, было слишком поздно. Тебе придется найти способ попасть внутрь самому. Отлично. Ну что ж, давайте мы тогда поиск снаряжения и там все вот эти революционные штучки отложим на следующую серию. Вот, а в этом и закончим. И всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи.